Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Трига. Классно. Даже остановить неохота было. Ну надо, да? Хотел танцевать. Ну классно, ребят. Классно. Танцевальная музыка такая легкая, воздушная. Подпевали там. Классно, ребятки. Великолепно. Прелесть. Ребятки, музыка классная. Танцевала. Так классно. Музыка. Голос там такой. Все красиво. Красиво пели. Красиво. Вообще классный трек, ребятки. Отдохнули. Ребят, ну вот знаете, я хотела встать, прям танцевать, да? Ну, как я встану? Вы же меня не увидите, ребятки. Классно, ребят, классно. С удовольствием послушала. Голос красивый, так все четко, прям, знаете, прям четко прочитано все. Все понравилось, ребятки. Прям музыка такая танцевальная, легкая, воздушная, друзья. Очень понравилось. Такой стиль мне тоже нравится. Стиль. А какой это стиль? По-моему, интересный? Это стиль фонк. Откуда ты все знаешь? Мы же слушали некоторые треки. Прям, если я не ошибаюсь. Так классно. Очень расскажи. Классно, да. Очень, красиво. Да? Так расслабляюсь. Профессионально сделано. Профессионально, конечно. Ты на достигнутом не останавливайся. Нам такие треки давай танцевать. И давай на концерт. Прямо на Первый канал, Муз-ТВ. Первое место обеспечено. Ну, реально, потому что талантливый музыка, да, талантливая. Классный, классный трек. Это же надо придумать такую музыку. А? Это придумать надо. Инструменты подходят все. Развеселить человека. Настроение поднять. Первое место занять. Молодец. Направление шикарно у тебя. Продолжай в таком же духе. Не останавливаемся. Потому что ты профессиональный музыкант. Пока, друзья, слушайте. Я сейчас еще буду слушать, танцевать. Мне нравится вообще реально. Пока, друзья.